Всем здравствуйте! Сегодня мы посмотрим первую группу программы. Группа рисования. Мы посмотрим всех этих заказов. Сначала, если вы нажимаете на отрезок, например, появляется вам это сообщение. Первая точка. И два числа. Они координаты нашей первой точки x, y. Мы нажимаем здесь, например. Сейчас показать второе сообщение. Следующая точка. Числа и угол. Здесь вы выбираете точку и нажимаете. Или вы пишите дистанцию отрезка и в угол наклона. Enter и Shift. Если вы хотите знать его детали, нажимаете и считаете. Ту же сами с полининой. Есть одна разница в выборе. Например, с отрезком вы видите, что здесь только один отрезок выбирается. Но с полининой они выбираются вместе как один элемент. Дальше у нас круга. Ту же самое. Или мы пишем координаты центра. И мы пишем его радиус. В этом команде все, что мы делаем, будет появляться здесь. Нужно всегда смотреть сюда. Оставлю вас с другими заказами. Спасибо вам за ваше внимание. До свидания.